Приветствую вас на канале Asmodee Play. Проходим Half-Life 2. Халва 2. Так, что у меня тут есть? Запрыгивайте, я опущу вас на пляж. Запрыгивайте, запрыгну. Вот, вот они. Мои патроны. Бесконечные, по-моему. Ну хорошо, ладно. Поехали. Давайте отправляемся в новое путешествие. Гонки, гонки. На выживание. До этого на катере на воздушной подушке, сейчас на багги. Господи. Есть такой фильм. Пароходом, поездом, чем-то пешком. Про мужика, как он добирался. Подожди, так и я. Извините, док. Ой, ни хрена себе. Вот у меня подставили, здорово. И? Заводите машину и сваливайте отсюда. Подожди, мне что-то кажется, что что-то они допутали. Хорошо, поехали. Shift, газ, ручной тормоз, так. Пробел. Хорошо, поехали. Как где поеду-то, где на крыше? Магниты барахлят. Давай опускай меня. Подожди, опускай, давай. Извините, док. Ты чё, мать твою? Ты ее переверни сначала. Так и должно быть, что ли, задумано? По плану у вас. В чем план-то заключается? Заводите машину. Или вот так и должно быть? Ой-ой-ой. Охо-хо-хо-хо, шики-хо-хо. Так, вдоль берега, значит. Да, это немного сложновато. Так как я не гонщик вообще. Ну прям вообще не гонщик. Блин. Блинский. Да спокойнее, спокойнее. Хватит меня жрать. Блин. Успокойся. Успокойся. Что-то взял. Давай до скорости выйдем. Выпрыгнем. Вылетим. Ничего, ничего страшного. Все-таки должно быть, надеюсь. Я так и надеюсь, что нам сюда. Как давно я тут не был еще. Вот столько бы не бывало. Ты говоришь, на пляже давно не было. Ну сходи, позагорай, солнышко. Так. Эта штука вроде отпугивает их. Thank you.
Нет, 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 ну-ка. Эта штука должна их отпугивать или что-то в этом роде. Или она сейчас их отпугивает? Что у нас? Гранаты. Вот так. Вау. Хорошо, мы поняли. Что-то в крови было обнаружено. Твою ж мать-то. Что тут? Подожди. Тут ничего нет? Нахрен мы когда нужны на вас тратить припасы. Вот я и повсюду смогу. Воу. Воу. Едем, едем, едем. В далекие края. Хорошие соседи, красивые друзья. Или как? Мы едем, едем, едем. Кто здесь? Слышали голоса? О, так ты вот за кем следишь. Смотрите, видите? Вон он. Опять человек с акваяжем этом. Падла. Он везде замечен. Фильм какой-то «За гранью», как он назывался-то, «За гранью», по-моему, там тоже человек был, наблюдатель, вон он опять, видите, с чемоданчиком, он появляется и уходит, падла, ладно, так,
Не понял, вы почему вы меня бьете-то? За что? Вот так. Смотрите. Я все уцелел, все уцелело, все цело. Вот так. Никакого минуса. Правда, где вот они смотрят? Туда направо. За горизонт. Значит, где-то все-таки там есть. Поддержки с воздуха он запрашивает. Аху-ху, не хо-хо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот так. Ничего, нам там делать нечего. Вот так. Едем, едем дальше. Вот он, куда он наблюдал. Тихо, тихо, тихо. Мы сейчас вот так развернем машину. Поддержку. С воздуха. Господи, с воздуха. Это вот здесь вот, по-моему, стрелять-то сейчас будут. По нам, с воздуха-то. Давай. Он самый. С кем имею честь? О, чё, не учили представляться? Да ёж твою мать-то. Ну эти-то разбросаны, да. Быстрее, поймал. Мы ожидаем штурмовики с минуты на минуту. Полковник Кабель будет рад, что ты добрался. Полковник-то, может, и будет рад. Но мне сначала надо. Сначала надо ракетницу найти. Или мне ее дадут? Сохранимся. Я хочу посмотреть. Ни разу сюда не залазил. Ничего интересного и примечательного. В доме. Какой подвал? Здесь что? О, здесь подвал. Как мило. Давай, где? Вот еще подвал. Так. Со мной. Что такой дотошный? Ракетная установка. Лучший способ сбить штурмовик. Давай. Мне ее дай. Я сейчас подойду. Конечно, подходи. О чем? А, да. Лазерное наведение позволяет ракете обойти защиту штурмовика так, чтобы ее не смогли сбить. Хорошо. Сначала это его только разозлит. Ну, еще бы. Не только вы, но и несколько раз попасть, можно считать, жизнь прожита не зря. Молодец, красиво сказал. Я. Конечно. Почему все меня знаете? Я никого из вас знаю. Ты будешь Петя. Полковник Одесса Кабич. Блин, я тебя Петя уже назвал. Штурмовик. Так. Ну и вот сюда наверх. Где у нас штурмовик?
Идем за запаской. Где у нас дополнительные ракеты? Блин, что, только одна, что ли? Рука назад. Перед тем, как... Спокойно. Опа, взял. Да уйди ты нахрен отсюда. Берегись. С вами-то падлами. Не, так не пойдет. Тебя хорошо так подставило-то. Да, падла. Ты меня подставила. Все. Все, надо сматываться. Вот дальше по дороге поколесили. Кто там? We will to hell. Так что дорога ведущая. Вот, подожди, блин. Ну вот вообще не туда. Ну не туда же. Так. Едем, едем. Налево-то нам точно не надо. Мы только что оттуда упали. Перепрыгнуть мы не сможем. Вот сюда надо. Вот сюда. Ай-яй-яй. Осисяй. Воу-воу-воу-воу-воу. Бам. Да. Ух ты. Какая арка. World of Tanks. Не та кнопка. Да. Просрался. Так, а куда мне? Блин. А мне все-таки вот сюда, куда так не надо. Тихо, тихо, тихо. Сюда, сюда. Блин, твою ж мать-то. Гребаные тараканы. Я вас всех ненавижу. Так, не сюда, вот сюда. Нет, так не пойдет. Нифига себе, так по глупости машины лишиться. Нет, нет, нет. Так, что еще здесь можно взять?
Давай, Алупка. Кто? Где ты, Агузок? Падла. Ну-ка, давай-ка с тобой поближе познакомимся. Ой, я сразу сюда. Машинку взяли и перетащили. Так, а мне куда? Мне же сюда поставить надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут где-то этот козел еще должен быть. Тихо-тихо-тихо-тихо. Теперь он будет осматриваться. Все. Теперь надо мост уронить. Роняем мост. Так, я как понимаю, его надо вот... Давай, вот, вот так. Вот и все. Нет, так не надо его бросать. Вдруг там что-то хорошее лежит. И так тоже не стоит. И... Нет, нет, нет. Вот так. Господи, мне на крану больше понравилось работать на этом. Надо какой-нибудь посмотреть. Эмулятор крановщика. Вообще существует такой? Существует ли такой? А нет, смотрите, ничего там нету. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Что у нас здесь? И вот что я под завязочку. Мины, правда, бомб нету, конечно, от него. А остальное-то вроде все есть. Так, сохранить. Едем в ангар. Так, я же как понимаю, нам в ангар надо.
Идем, открываем ворота. Что-то взял. Да, да. Вот так. Открылись. Ты открыт всему миру. Не упусти свой шанс. Да. Я с вами сусориться не буду здесь. Время на вас тратить. Должны... Нет, ну кто хочет, может пободаться с ними. Просто я не вижу смысла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Насколько помню, мне от него убежать надо. Так, ну вот это совершенно другой разговор. Блин. Так, разобраться с ним, значит. Ну давайте доедем до туда, да будем разбираться. Тихо, спокойно. А у нас есть чем защищаться здесь на мосту. Почему бы и нет? Спокойно, нет, 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 вот такая. Он сбивает, смотрите, он сбивает, тварь. Да я ж твою мать там, ты чё встал-то? Да. Блин, нет, так дело не пойдет. Блин. Вот. Все не так. Нет, 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 не надо по мне стрелять. Да что я мать-то? Так, маленько не так оно должно быть. Так, надо сохраниться где-то поближе. Вот. Пролетаю. Твою ж мать, не по нему даже пролетаю. Так, ставим машины. Вот так.
Твою ж мать-то. Все так. Якобы меня не видно, а? Так. Да ё ж твою мать-то, где ты? Не надо только мне тут бахать, грохать. О, какой ты долгий был. Будешь разрушаться-то дальше, нет? О. Итак. Что у нас здесь есть? Ну, у нас много, да, чего здесь есть. Незначительный, ладно, бог с ним. Пусть будет обнаружен. Если хотите, можете попробовать на ускорении пробить всю эту груду металла. Возможно, у вас получится. Но тогда придется терпеть эту хрень. Так. Вот. Да. Да. Все. На броню, конечно, и не рассчитывал. Но все же. Уже хорошо. Уже хорошо. Едем, едем в соседнее село. И на ускорение. Сейчас вылетим оттуда. Как пробка из-под шампанского. Пфф, только оттуда и все. Ой-ой-ой. Так. Ну стоит машина. Не надо. Не надо. Тихо, 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 тихо. Ой, 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 не к добру-то. Ой, не к добру. Ага. Ну-ка, давай-ка. Так, засада была, хорошо. Кому, правда, там засадить хотели? Мне. О, какая наивность. Да, да, да. Все, блин.
Вот так. Вот так. Минутку. Я не могу уехать, не взяв вот это. Поехали. Поехали, дамы и господа, леди и джентльмены. Каждый вот там у дома можно повоевать, если хотите. Кому присущи растрата патронов. Ну то хотя из автомата, если только. У вас все равно они будут бесконечные. Да. Так. Не пролетаем. Еще разок. А если мы здесь не пролетаем? Пешим ходом, надо электричество, значит, убрать. Я вот вижу фонарь красный с проводами. Где есть контакт? Не вижу никого. Чего, мало? Не то, маленько не то. Откуда? Ну, вроде неплохо. Понятно. Никаких других сюрпризов у меня здесь нет. Так, мне куда? Мне в дом надо, да? Там же у вас подстанция. Вы, кстати, почему сами-то с жуками не уживаетесь? Вы же вроде такая же нечисть, как и они. Так, не понял. Так, ладно, надо по проводам посмотреть, куда провода ведут. А, к машине. Вон оно что. Ну все. Все, езжай. Вот так легко и просто. Еще и машинка взорвалась там внизу. Бум, кто кабуль, кто. Ну, одна гранатка осталась. Ничего. Скоро на нашей улице праздник будет. Вах, мы зажжем. Вах, 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 вах. Вот так вот зажжем. И... Давай на ускорение из туннеля. Ой-ой-ой. Давай. Маленько меня развернуло. Сугару-то. Так, а ты-то что, штурмовик или хер собачий, или что-то? Чё ты выбежал? Зачем? Встречал меня? Один? Один? Никого нет. Ну ты идиот. Да. Тяжко тебе жилось. Кусок мяса тебя просто выбросили.
Так, вот здесь-то надо люлей раздать, это точно помню. Только когда? Сейчас? Как подъехал сразу? Залез-то, здрасте. И вот так, и вот так. Где-то. Да. Да. Ну-ка, вот здесь мне интересно знать. Сюда же тоже можно было ехать. Или сюда потом надо будет ехать. А, вот зачем мне туда и надо ехать. Чтобы этот убрать барьер. Все, со всеми разобрался. Все довольны. Спасибо за внимание. Я вас не забуду. И патроны. Вот и без проблем. Поэтому мне не нравится этот автомат. Так, остался здесь кто-то. Кто в живых? Немцы есть? Да. Вот так. Дверь не открывает, да, жаль. А то бы так вообще бы обленился и разносил бы все налево и направо. Так, куда ты меня приведешь? Померло чудовище. Так, а мне куда надо? Вниз или вверх? Ну, сначала вниз давайте. Наверх дорога есть. А внизу что? Что внизу-то? Чайки. Вот вроде природа, да? Ничто не напоминает там монстра. Зачем это? Не со стакана. Если мне сюда не надо. Да ёшь твою мать-то. Давай. Все, наверх идем. А внизу мы были. Нормально. Есть кто? Блин, надо было пойти патроны взять. Ну ладно, сейчас уж поздно. Ой, предчувствую, мне сейчас попрыгать придется. Есть кто? Нету никого. С другой стороны тоже никого. Зачем мне сюда, блин? Итак, надо посмотреть, кто у нас здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, сохранимся, давайте пробуем. Нам. Так, а почему здесь-то? Нет, 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 снизу надо. Чуть не разбился к херам собачьим. Так. Вот так.
А по нам сейчас обстреливать еще будут. Так, мне на эту штуку не запрыгнуть или запрыгнуть? Блин. Нет, не запрыгнуть. Придется вот так вот выкруживать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Так. Осталось чуть-чуть. Ага. А здесь меня не пускают. Здесь у нас что? Ой. Ты что здесь забыла? Штучка. Я прав? А поезд? Поезд это едет. Блин. А я уж перепугался весь. Так. Вы посмотрите, если упасть, то это пипец, это такая высота. С полным оружием, да даже с гайками в кармане, то уже. Мамочка, как страшно. Кто думает, что нет, тот, значит, не рисковал никогда. Потому что как это может быть не страшно, это... Мало то, что страшно, это чертовски страшно. Так. И туда. Ой-ой-ой. Вот так вот. Кипящий это болт, да? В сраку-то больно, наверное. Ой, куда в сраку-то? Я в голову уже его стрелял. А, да это не принципиально сейчас-то. Особенно для них. Сейчас им уже без разницы. Да подожди, стой, нет, так не пойдет. А то я стою, у меня по одной штучке хреначить будет. Вторая. Вот так. Так, что у нас здесь? Блин, мост надо до конца, да, пройти? Так, ладно. Опаньки. Всех перехерачу. Так, вот так. Кто на меня? Ну же. Ё-моё, это еще не конец. Фу, перебили. Нет, не так.
Конечно, у вас проблемы. Где ты? Ай-яй-яй, еще. Ты что, на меня что? Не понял. Все? Нет, не все. Вот теперь все. Что у нас здесь имеется? Давайте соберем как можно больше припасов. Почему-то мне кажется, надо с вертолетом махаться, потому что для ракетницы слишком много примочек. Ой, действительно так что-то много собрал. Нифига. Вот так. Так, и теперь вот. Все. И так будет с каждым. Хреново, что у меня от этого, от автомата только патроны то там получать бесконечно могу. Да. Давай. Что я тут могу получить? Все, давай. Что не дашь, я все возьму. Так. Стульчик. Что? Кто на меня там? Ну-ка еще разок, я что-то не понял, что так можно что ли? Через поле стрелять? Смотрите, давно у меня не было накачки вот этой. И до 100, 100 до 100, ох, тоже давно не было. Это где-то, это по мне стреляет. Это по мне же стреляет, назад. Давай, 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 давай. Так. Вот так. Собрал все, что можно. А теперь вот, как я и говорил, это вертушка будет. Что-то дробовик-то не тот вообще. Так, перезарядим. Все. Ну, вперед. Ай-я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 й.
Нифига не так, нифига у меня. Убрали почти все. Вы чё, падла? Ну-ка, давайте. Её сейчас попробуем сбить. Вот так она уходит, сука. Ну давай, я... мне кажется, здесь можно перепрыгнуть. Твою мать-то. Так, ладно. Вот так. Да твою ж мать-то! Нифига. Вот так. Все. Сделали дело. Сделали дело. И гуляем смело. Теперь сюда, блин. Мне энергии было, хвастался только недавно. 100%. Где я нахрен? Как ушло, так и пришло. Только в путь. Пипец. Вот только как высморкался нахрен. И нету. Там есть что-то для меня, может? Хоть что-то осталось? Энергия есть? Нету. Ну, нехорошие. О, кстати. А почему я их не проверяю? Потому что они открываются, поэтому я не проверяю. Эй, обидели. Совсем за человека не держат. Ну, давай загрузка. Ух ты, ух ты. Ой, схреначатся пока. И я подожду. Замбай победил. Молодец. А почему вы все на меня? Я вам что плохого-то сделал? Еще разок. Ну, так вообще не пойдет.
Есть контакт. Что? Обнаружены кровопотери. Нет, нет, нет. Все не так. Все собрал. Здесь что? Все собрал. Вот теперь сохраняем, садимся в машинку и едем, едем, едем. Тихо, тихо. Вот так. Ну а как мы доедем, вы увидите в следующей серии. Пока!